Получил посылку из Китая очередную Укрпочтой. Вот эта посылка. Вот она. Здесь фильтр для сварочной маски. Фильтр Хамелеон, как его называют в простонародье. Сейчас мы посмотрим. Вот так он был в пакетике. Вот так он упакован. Пакетик вскрыл. А еще не распаковывал. Есть. Вот он. Светофильтр такой. Обошелся он мне в $7. И вот цена 9. Там купон что ли был. Продавца на $2. Получился 7. Какой у меня... Сейчас мы посмотрим. Вот. У меня вот такой вот фильтр стоял. Он немножко отличается. Но размером в 1,1. Сейчас я его попытаюсь поставить. Поставлю, проверим, покажу. Так, результат. Вот я поставил фильтр. Видите, фильтр на месте, в маске. Вот он. Извините, что так вот снимаю, но штативов у меня сейчас здесь нет. Вот он, фильтр. Теперь надо его проверить. Как он срабатывает, да? Вот такой фильтр хорошо встал, прям как родной, как здесь был. У меня был вот такой фильтр. Стоял вот такой вот фильтр. Вот он был рассчитан только на 1000 вспышек, на 1000 срабатываний. Насколько этот рассчитан, я не знаю, честно, откровенно. Вот. Сейчас как-то надо проверить, да? Штатива нет, поэтому... Вот, сейчас мы наведем. Вот. Как-то был... Как-то надо поставить. Вот там видно... Видно шторы. Теперь надо найти зажигалку. Там видно в окошке. Шторы. А чем хорош еще этот фильтр, что здесь выключается, отключается питание. Вот раз включил я питание, и сейчас мы проверим. То есть он не будет срабатывать, если он отключен. И разряжаться. Так. Опа. Раз. Срабатывает, видите? Так что фильтр работает. Все отлично. Вот отключается. Контур еще. Здесь есть регулировки. Пока точно я не знаю, для чего они нужны. Ну, вот самая большая, которая, это время срабатывания. Вот, а та, которая снаружи, плотность фильтра, затемнение. Вот, а вот это вот, а вот эти две, не знаю. Вот кроме того, есть еще тест. Вот это вот написано тест. Это кнопка, на которую нажимаешь, и он срабатывает тоже. То есть проверка фильтра. Ну, попытаюсь сейчас еще раз включу и попытаюсь нажать на тест. Сюда надо залезть. Вот. Я вот сюда, видите, срабатывает. Неудобно держать камеру одной рукой и
маску и еще какие-то манипуляции производить. Ну, в общем, фильтр меня вполне устраивает пока. Проверим его в работе. И главное, на как долго его хватит.